В конце апреля в Ленинградской области на Синявском болоте были обнаружены останки бойца Красной армии со смертным медальоном. Записку удалось прочитать. Владельцем гильзы оказался Александр Павлович Суворов, 1924 года рождения. На фронт был призван в 42-м, служил в 34-й отдельной лыжной бригаде, пропал без вести во время прорыва блокады Ленинграда в январе 43-го года. Сотрудниками военного комиссариата был проведен розыск документов. Мы подготовили обращение и направили в администрацию города, в органы ЗАГСа для того, чтобы нам оказали содействие в поиске родных и близких красноармейца Суворова. Мать красноармейца Матрёна Лаврентьевна Суворова проживала в Аскитиме на Барнаульской, 9. Сотрудники военкомата выезжали на это место, но, как пояснили соседи, уже более 25 лет по этому адресу дома нет. Пользуясь случаем, я обращаюсь к зрителям телеканала ТВК, чтобы все, кто знает о красноармейце Суворове, может быть, кто-то слышал о родственниках. Поэтому, пожалуйста, позвоните в военный комиссариат города Искитим. Останки солдата были захоронены со всеми воинскими почестями 7 мая 2021 года на мемориальном комплексе «Синявские высоты». Родственникам поисковики хотят передать личные вещи, которые были у красноармейца.